Всем привет из Питера. Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит прямо сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на батле в Лос-Анджелесе 4 года назад. Но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже. Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки преступления, которые другие совершали в прошлом, для того, чтобы оправдать ошибки преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России. Это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство. Когда Америка начала преступную войну во Вьетнаме, которую она оправдывала коммунистической агрессией, то в Америке создалось мощнейшее антивоенное движение, которое объединяло людей совершенно разных взглядов. От Мухаммеда Али до Боба Дилана. И, естественно, американское правительство тогда пыталось выставить это движение антипатриотическим. Но сегодня мы знаем, и история очень четко показала всем, что именно за этим движением была правда. И именно оно поменяло отношение американского общества к войнам. И, конечно, такое движение нужно нам сейчас. Особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок. Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло, мега гостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну. И то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня и для всех моих друзей, для всех, кого я знаю в России. Теперь я хочу сказать конкретно моим слушателям. Я переношу свои большие 6 концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. И я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди. Вообще, я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. Я уверен, что чем больше людей будут говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар. И напоследок, я знаю, что естественная реакция на то, что сейчас происходит, это уныние и тотальная дезориентированность, ощущение безысходности. Но напоминаю вам, что если сопротивляться, то не с печальным лицом.